Никто из вас не написал, не сказал, что, оказывается, на капусту в октябре на 20% снизились цены. Смешно? А мне кажется, не очень. Капуста в рационе наших граждан занимает очень серьезную позицию. В Украине сформировался целый прошарок кровососов, бюджетных коштів. Коли вже нарешті буде стабільність? А разве вони почувствовали, що життя стало стабільніше? Ціни трошки кусаються ще. Госкомстат говорить, що знижаються ціни. А це значить, друзі мої, що життя стало веселіше, життя стало краще. Це що у нас за концерт такий? Я прошу, не превращайте заседание кабинета министров, если это журналисты, лишить их аккредитации при кабинете министров. Пофамильно записать и лишить аккредитации. Где-то сейчас 3500, да, 10 месяцев. Так, что смеемся? Я же статистику говорю, а у вас какая на предприятии зарплата? Сколько? 1,5, значит 100% неполный рабочий день, да? Неполная рабочая неделя. Да? Я на себя беру ответственность. Выводите его из зала. Такой наглости. Еще раз попереживаю. Почему Украина не могла и не придумала сама свои айфоны и айпэды? Почему? Это что? Запустить человека на Луну? Далеко нет. Это на уровень ниже. Всіх прошу підготуватися до масштабного вивчення основних положень цього системного закону і їх роз'яснення платникам податків. Чому підзабути традиційні українські цінності? Не треба скигліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Да пішли ви!